похода вернулся. Смейтесь, смейтесь. Весь в делах, весь в заботах. Будет и на моей улице. Аки пчела, аки пчела. Конечно, тебя ж кормить надо. Мы с Патриком нифига не едим, а вот все это ты. Да. За неделю успеваешь. Ну ничего себе. А я что я делаю? Кабачок. Цукини или кабачок, не знаю, что это правильно. Цветная капуста, паприка, помидорка, морковка. Тушу. А здесь вот шашлычок, который в морозилке лежал. Вот мужу на ужин вечером. Так, 23.65. И что у нас сегодня здесь? Мужу творог. Мне творог. Сметана. Сметана. Бананы. Лимоны. Такие большие. Сыр любимый. Абрикосы. Паприка. Паприка такая хорошая. Черный хлебушек. Нектарины. Персики. Вот. А, еще перед этим картошку на рынок муж ходил, покупал. Но картошка это отдельная цена. Вот. Все, что купили. Вот, ряженка еще и 6 упаковочек вот таких вот сливок. Вот все, что было куплено. На 23.65. Мясо, овощи. Сметанку, чтобы было вкуснее. Надеюсь, что будет вкусно. Помощник Патрюшу выгулял, пошел белье снимать. А я уже обед сготовила. Ой, какое солнышко. Отсвечивает. И я в окошке отсвечиваю. Цветочки у меня здесь. Бедным так жарко. Жарко. Надеюсь, что белье высохло. В 9 утра уже повесили мы его. А сейчас без 15-12 дня. Эх, соседи завидуют, скажут, какой муж замечательный. На улице жарище, окна открыты, пылище кругом. Не успеваю стирать, убирать, мыть. В прошлый раз цветок показывала весь в пыли, уж извините. Ждет. С прогулки пришел, да, Патрюша? Патрик, ты кушать хочешь, да? Кушать хочешь, зайчик, да. Джуджулька, хозяин засунул в ванну, да? Патрюша. Патрик, ну что это такое? Патрюша, почему ты так боишься? Джулечка, маленький мальчик такой хороший. Скажи, вот, где такая лапа. Водички. Наш, что ты? Ну, хороший. Так страшно, да? Скажи, он моё ест, он моё пьёт. Где мой сладкий?
схватили тебя где-то непонятно где. Да, непонятно где маленького. Такое ощущение, что он так у вас ест. Ну как тебе? Внизу ли ты внимание обратила? Нормально, я посмотрела. Ты мой сладкий. Так она уже приходила. Тебе что-нибудь еще дать? Нет, нет. У вас там немножко по-другому было. Не-не-не, хватит. Да я по 4, по 3 штучки даю. Ты что, думаешь, я тут ему горстями, что ли? Да и хватит. Все? Все. Я еще вот такую конфеточку не давала. Да, витаминку. Кто-то там у нас стрижет. Ну, кто-кто? Хозяин. Хозяин, не знаю, там у кого подъезда ходил. Ты мой зятик. У кого? У подъезда. Значит, тот дом, что ли? Ты мой зятик. Там тоже вроде никого не было, не знаю. Все? Ты мой сладкий. Но ориентироваться так? Ну, скажи, у нас, скажи, все растения, какие есть, других нет. Солнце любит розы. А вообще любые растения любят не очень много солнца. Ну, видишь, а ему-то, в общем-то, собственно говоря, с той стороны у него там сильно солнца и нету. Да, здесь только. А у нас именно вот с этой здесь стороны. Здесь у него ничего особо сильно с и не растет. С этой стороны у нас горит, а у него с того подъезда там сильно не горит. Солнце почему-то вот сюда. Ты бабайкаешь уже, да, бабайкаешь. Тебя в кроватку не приглашают, нет? Нет. Ты сегодня здесь? Да. Несчастный ты зайчик маленький, котечка, Патрюшенька. Мой золотой. Нагулялся, лапочки помыли ему. Лежит себе такой зайчик, да? Зайчик. Жара, а город украшают и удобства делают. Трамвайчики идут, попинали машины, чтоб они сигналили. Ограждение сняли, а ведь взрослые. Вообще, конечно, из окна ведь кричать не будешь, что вы делаете. Такие приличные с виду. Мне почему-то стыдно за них. Вот если б спросить, зачем он это делает, он бы и сам не ответил. Да. Взяли, оборвали ограждение. Ну вот как сказать, что можно сказать? У нас 32 плюс даже в тени. Вот возможно сидеть только под кондиционером. Какой-то ужас. С утра цветы поливать ходили. Уже жара была такая. Еще 9 утра не было, уже была жара. Постирала, повесила свое одеяло пуховое. Пуховое одеяло. Не свое, мужа. Он мерзнет. Мне под простынкой хорошо. Ну, в общем, называется «Выживаем в жару». Говорят, да я не пяев, будет вот такая вот погода. А потом что, дожди и град? Ну, не знаю. Мне лучше всего плюс 23-25. А когда уже сверх того, это много. Цветочки с подоконника сняла. Надо покупать жалюзи на то окошко. Вот как здесь. Бедные цветы за окном жарятся. Утром вчера поливала. Просто сильно пролила. А вечером уже земля была полусухая. Цветы тоже мучаются от жары. Вот деревья спилили, дорогу строили. Вот, пожалуйста, тут дерево у нас было, так хорошо закрывало. И солнышко было, и в то же время жары такой палящей не было. А сейчас ужас. Такую жару только окрошку и можно кушать. Обедаем. Кто сказал, что на пенсии скучно? Вот не скучно. То готовишь, то стираешь, то поливаешь. Завтра плюс 31. Какой-то ужас. Время 8:30 вечера, и вот муж пошел на прогулку с собачкой.
сидит дома, потому что плохо, жарко. И я с ним дома сижу. Мне тоже жарко. А вам? Вам как, приятно или нет? Когда молодые, на пляж хочется. А когда на пенсии ничего не хочется. Хочется нормальной, хорошей, стабильной погоды. Днем в такую жару даже птицы не поют. А соседки вот вышли вечером, беседуют, новости перетирают. Я вот это не люблю. Да. Где мама? Где мама? Где? Весь город оббегали или нет еще? Чего? Два раза все прошли. Ничего себе, 10-й час уже. А мне надо 3. Не знаю. Но одеколонился, куда убежал? Одеколонился, иди-ка не пни. Вот не знаю, не знаю. Куда ты там бегал? На свидание на какое, с кем? Ребенка замучил? Да ребенок меня замучил. Чем? Он нюхает все подряд. Патрюша, иди домой, зайчик. Пошли, Патрюша. А на хуторе только вечером приятно. А днем тоже палящая жара, вот вечером надо поливать. И птичек слушать. Показываю. Жарко, все цветы рано расцвели и рано отцветают. Вот пионы уже все. Скоро красота пропадет. Жалко, такие ароматные, красивые. Скоро я не пяев. Будем костер жечь и праздновать. Где надо, да? Нужен дождь. Жара покосили. В жару в такую дня 4 тому назад. И вот все. Сохнет. Вся травка погибнет. Вот уже сухо-присухо. Надо дождя. Ну что это я поливаю так чуть-чуть? Ромашки так буйно цветут, красивые, а газона практически нет, весь высох. Ну вот скорее бы дождь пошел. Утро начинается. Сегодня опять будет жара. Сидим дома под кондиционером, выходим только рано утром и поздно вечером. А как у вас? Жарко? Как вы переносите жару? Что вам больше нравится? Какое лето? Мне плюс 25. Настоящее эстонское лето нравится больше. Вот такая человеческая натура. Дождь идет, солнце хочется, холодно, хочется жары. А когда жара, говоришь, эх, дождичка бы. Хорошего вам настроения, любви, счастья. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что подписываетесь. Понемножку, но все-таки мои любимые. Радуете меня. Счастья вам тоже и радости. Цветов красивых. Лето. Ставьте лайки, если вам понравилось. Ну или дизлайки, если уж совсем плохо. Трудно снимать, когда жарко на улице. А так хочется положительных эмоций. И себе, и вам передать. Положительные эмоции никогда никого еще не убивали и не портили. Самое главное, чтобы не было отрицательных эмоций. Вот такая вот наша пенсионерская жизнь. В этом есть тоже своя прелесть. Прелесть жизни. Всем пока!